Раз, два, три, четыре. Всем привет, это рубрика «Зарядка». Если вы внимательно смотрите сейчас, то заметили, что мы разулись. Собственно, вы делаете то же самое, и мы начинаем. Раз, два, три, четыре, продолжаем. Первое упражнение. Руки, исходное положение, руки назад. Спинку мы, про спину мы не забываем, несмотря на то, что мы сейчас будем работать в основном стопой. Спину мы держим ровную, макушкой тянемся наверх. Стопы на себя, носки максимально. Выполняем упражнение, собираем пальчики, затем вытягиваем ноги, стопы вперед и возвращаем обратно. Пальцы, вперед и утюжки. Пальцы, вперед, возвращаем. Отличное упражнение для профилактики плоскостопия, укрепляет свод стопы, повышает мобильность щиколотки. Еще. Только пальцы. Вперед. Пальцы собираем. Вытягиваем стопы вперед, носки от себя. И наоборот, максимально на себя. Бедра, колени выключены. Бедра находятся в напряжении. Выключим. Собираем пальцы. Вытягиваем носки от себя и на себя. Пальцы вперед, на себя. И сокращенная стопа. Снова только пальцы вперед, сокращенная стопа. Пальцы вперед, сокращенная стопа. Еще пальцы вперед, сократить. Такое упражнение можно делать 15-20 раз. Три подхода. Пальцы. Причем не обязательно вперед, садиться на пол. Сокращенная стопа. Это можно сделать на стульчике, да? Да. Сокращенная. Исходное положение. Руки сзади. Стопы натянуты от себя. Бедра в напряжении. Правая нога сгибается в колени. Удерживаем ровную осанку и вытягивается вперед. Левая. Колено смотрит в потолок. Снова правая. И левая. Лена, я вот хочу сказать, что нас сейчас смотрят и, надеюсь, делают вместе с нами зрители, да, эту зарядку? А у них такая мысль. Лена, что за балет? Ну, друзья мои, это не балет, это называется суставная гимнастика. Я права? Совершенно верно. Еще 4 раза. 4. 3. Колено смотрит в потолок. 2. И последний раз. Следующие 4 раза возьмем, обхватим колено, оставляя ровную осанку, прижали к себе и поменяли. Сделаем то же самое с левым коленом. Ровная осанка, колено в груди. Очень хочется согнуть спину. Вот честно, вот прям хочется сделать вот так, но нельзя. Поэтому максимально, да, Леночка, сводим лопатки. Грудью тянемся в потолок. Вроде как делаем гимнастику для ног, а очень сильно напряжена спина. Это здорово. Одно другому не мешает. Следующее упражнение сделаем на пресс. Разворачиваемся боком. Отлично. Носочки, стопы снова натянуты от себя. Первый вариант этого упражнения мы сейчас видим. Это облегченный вариант. Сложность в чем? Колено давит постоянно на колено. Вы сразу почувствуете напряжение на внутренних мышцах бедра. Осанку снова держим ровненько. И поднимаем ручки наверх. И это все? Облегченный вариант. И все. И сидим. Здесь задерживаемся 10-15 секунд. 10. Слушайте, так пресс я еще не качала. 8. Три, два, один. Меня обманули. Мне сказали, что это легко. Лена, это что за упражнение? Оно откуда? Из пилатеса тоже? Да. Колено постоянно давит колено без помощи наших рук. Постоянно сопротивление. Колено давит на колено. Следующий вариант этого упражнения усложненного. Мы теперь голень поднимаем параллельно полу. 90 градусов. Здесь пока руки оставляем на колени. Все остается то же самое. Колено давит на колено. Постоянное сопротивление.
Это обязательное условие, я так понимаю. Обязательно. Потому что если мы просто будем сидеть в расслабленном состоянии, ну, эффекта будет намного меньше. Тут надо давить. Давит колено на колено. Еще усложняя упражнение. Мы вытягиваем руки вперед. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Дышим. 4, 3, 2, 1. Ну что я вам хочу сказать? Люблю я пилатес. Вот как ни крути суставную гимнастику, а пилатес — это вещь очень-очень-очень полезная. Леночка, спасибо тебе большое. Пожалуйста. До новых встреч. Пока-пока. Класс.